за то, что делают нашу жизнь ярче и красочнее, а праздники незабываемыми. И в связи с 30-летним юбилеем коллектив управления культуры администрации города благодарственным письмом отмечен министром культуры Российской Федерации. Уважаемая Светлана Александровна, огромное вам спасибо за то, что вы делаете действительно для нашего города, за те прекрасные мероприятия, за ту искру, которую вы зажигаете, потому что помимо будничных дней у нас должны быть еще и праздники. Спасибо вам огромное за ваш труд. Спасибо. Я поздравляю вас.